Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Неделя потребует от нас дипломатичности и способности забывать о личных целях ради общего блага. Кому удастся получить главный приз, а кому придется решать чужие проблемы? Прогноз астрологов поможет удачно спланировать эту неделю. Для большинства овнов это хорошее время, чтобы мирно решить деловые или семейные вопросы. Возможно, обсуждение может затянуться или даже разговор начнет проходить на повышенных тонах. Но зато сейчас вам будет проще отстоять свое мнение. Не исключено и то, что вы согласитесь с чужой точкой зрения. Четверг и пятницу вам станет непросто совладать со своими чувствами, поэтому вы рискуете начать действовать под влиянием эмоций. Тельцы в ближайшие 7 дней будут легко находить общий язык с людьми, поэтому постарайтесь в этот период восстановить или укрепить добрые отношения со служивцами и своим ближайшим окружением. В работе не давайте себе поблажек, и тогда ваши действия станут примером для других. Эта неделя призовет близнецов, родившихся в мае, к действию и принесет массу полезного и приятного общения. Не отказывайтесь от встреч и приготовьтесь красноречиво высказывать свои предложения. И тогда ваш рейтинг быстро пойдет в гору. А вот у июньских близнецов доходы, скорее всего, возрастут. Вы сможете приобрести ту самую вещь, о которой давно мечтали. В особенности удачными будут покупки, связанные с красотой, ювелирные украшения, модная одежда или произведения искусства. Благоприятная неделя для раков. Представители водной стихии будут и доброжелательны, и предусмотрительны, благодаря чему им удастся наладить теплые отношения и получить выгодные для них предложения, которые в другое время они вряд ли смогли бы заключить. А те раки, которые празднуют свои дни рождения в июле, смогут проявить себя как очень дальновидные политики. А в умении что-то организовать, кого-то воодушевить на подвиги или утешить, им не будет равных. У львов не будет недостатка в идеях о том, как преуспеть в делах или расположить к себе окружающих. Останется только правильно выбрать ту тактику, которая поможет вам быстрее добиться поставленных целей. Во второй половине недели не слишком стабильным станет настроение, поэтому вам желательно общаться только с теми людьми, которые хорошо знают ваши сильные и слабые стороны и не станут затрагивать неприятные для вас темы. Девам сейчас нужно максимально подробно продумать свои планы на будущее. Чем детальнее они будут, тем больше шансов на то, что все задуманное исполнится. Также представители этого знака зодиака смогут позволить себе эксцентричные приобретения. Ваш взгляд будет часто останавливаться на вещах, которые никогда не купили бы ваши знакомые. Доверяйте своей интуиции, вы не прогадаете. У весов, рожденных до 12 октября, всю неделю и в служебных делах, и в семейных отношениях обстоятельства будут складываться только в вашу пользу. Звезды советуют, засучив рукава, поработать как над собственным продвижением по карьерной лестнице, так и над укреплением домашнего очага. У всех остальных представителей знака зодиака с понедельника по пятницу возможны непонимания и искаженные восприятия событий, так что не спешите давать согласие на участие в каком-то деле. Многие стрельцы почувствуют пробуждение кулинарных способностей. Отнеситесь к ним серьезно. Запишитесь на мастер-класс, позвольте себе покупку редких или дорогих ингредиентов, обзаведитесь новым набором хорошей посуды и отправляйтесь навстречу кулинарным приключениям. Заманчивые предложения для козерогов на этой неделе поступят издалека. Если вы быстро отреагируете, то впоследствии будете довольны тем, что не упустили свой шанс. Ваша тактичность и искренний интерес к другим людям позволят построить продуктивные взаимоотношения и новые выгодные связи. Вопросы, возникающие во время работы, будут решаться быстро и эффективно. Ваши отношения с любимым человеком станут мягче и гармоничнее. Сейчас вам стоит почаще появляться вместе на публике, встречаться с общими друзьями.
Водолеях проснется стремление к порядку. Не сдерживайте себя. Сейчас вы сможете рассортировать все дела и заняться теми задачами, о которых уже давным-давно забыли. Кроме того, порядок в делах позволит вам себя лучше чувствовать, а хорошее настроение качественно повлияет на вашу работоспособность. Удачными будут покупки, связанные с транспортом. Это может быть не только новый автомобиль, но и велосипед или электросамокат. В рыбах усилятся творческие способности. Даже самые простые и повседневные дела вы будете решать с выдумкой и фантазией. Коллеги будут обращаться к вам за нестандартными решениями. Также это благоприятный период для экспериментов с внешностью. Сейчас вы можете кардинально изменить цвет или длину волос. Помните, ваша судьба в ваших руках. Действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!